На самом дне барнаульская «Динамо» опустилась на последнюю строчку в турнирной таблице. Так низко сине-белые еще не падали в новом тысячелетии. На этом месте команда Сергея Шишкина пробудет как минимум до следующего игрового тура. Столь знаковое событие случилось после выездного вояжа «Динамо». Сначала барнаульцы сыграли ничью 1-1 с Читой, а затем с Иркутском 0-0. Потеря очков позволила читинцам обогнать футболистов с Алтая. В копилке у «Динамовцев» по-прежнему всего одна победа в 10 матчах. Ранее главный тренер Сергей Шишкин говорил, что готов покинуть занимаемый пост. Правда, по его словам, руководство клуба заявление не приняло. Был разговор с президентом клуба. Он меня поддержал. Сказал, что не надо делать резких заявлений. Когда придет момент, я тебе сам все скажу. Вот и все. Как сказал, продолжай работать, у тебя действующий контракт.